Добрый день, кто просил видео стеллажей? Сейчас на данный момент у меня идет в доме в частном ремонт. Стеллажи все разбросаны по сторонам, то есть они не все вместе, но вот так вот они у меня стоят. В принципе, можно посмотреть. Уже очень много отцветших. Сейчас в основном сидят остаточные уже, которые не ушли еще спать. Завязывают коробочки с семенами. Вот так они у меня растут. Кто-то собирается цвести первогодочки. Вот они вот такие вот. Тут с семянками. Вот так вот мы и растем. Тоже скоро зацветет такой. Такая розеточка. Ну, тут тоже с семенами. Вот на таких стеллажах сейчас мы растем. Но мы, в принципе, всегда на них растем. Но все-таки пока еще идет ремонт, пока только так. Малыши у меня растут на отдельной полочке. Здесь маленькая полочка. Светом лампа висит очень близко. Вот они все тут сидят. Спичку поставила, чтобы листик рос. Все сидят. Семена, сеянцы мои. Проращиваю. Здесь же клубешочки вот в пакетике стоят. И вот так вот здесь сидят. В общем, как-то вот так. Второй стеллажик здесь у меня стоит деревянный. Муж сам делал. Я не покупала этот... Металлически не стала брать. Муж сказал, сам сделает. Он мне сделал стеллажик такой неплохой. Значит, что у меня тут? Сверху растут листочки. Здесь на полочках уже тоже отцветают последние. Стеллажик деревянный. Здесь семечки у нас. Вот этот уже клубень цветет, не знаю, раз, наверное, четвертый за этот год. Все никак ему спать не улечься. Пусть еще процветет и пойдем спать. Тут беляшечек мой любименький, красивый. Повторное цветение молоденького клубенечка. Тоже сидим, растем. Сегодня, кстати, проснулась. И вот такое чудо у меня тут в распуске. Такой вот потрясающий цветочек. Сорт очень красивый. ЕН «Новая волна» называется. Бутылочка у меня есть. Здесь проращивается не знаю кто. Цветонос от орхидеи. Надеюсь на деточку. Но не уверена, что это будет деточка. Потеряла орхидейку, как бы не потеряла, подгнила она, стоит на реанимашках. И вот цветоносик что-то там в бутылочке в тепле что-то выдала, что пока еще понять не могу. Значит, здесь у меня сад элеганта, красивенный сорт, клубень огромный, большой, цветет очень долго. Цветет в этом году уже, не знаю, тоже, наверное, раз четвертый. Все спать нам тоже не уложится. Вот он набирает бутончики. Посмотрите, какой красивый будет. А вот тут тоже сидит. Это моя уже отцветашечка под лампами. В общем, ну, вот такие вот стеллажики есть еще, но... Они стоят в другом месте. Принцип тот же самый. Лампа у меня на расстоянии 30 сантиметров получается до низа, от верха до низа. А вот на этом стеллажике немножко поменьше. Здесь стоит по две лампы. По две лампочки стоит. Здесь по одной. Но здесь 24 ватт лампы. То есть 24 и 24. Получается... 48. Лампы Юниэль 24 ватта. Фирму Юниэль беру лампочки. Кремовое свечение, полный спектр.
рассеиватель матовый, но сейчас в продаже их нет. Эти старые лампы, им уже пошел второй год, то есть, смотрите, их в основном нигде уже не продают. Берут, всех продают уже, рассеиватель идет прозрачный, то есть светодиодики. Здесь на этом стеллажике лампы по 35 ватт стоят, потому что сам он подлиннее и лампа сама подлиннее, но по одной штучке. То есть, как бы по две уже сюда глоксинии я не ставлю. Но вот сеянцы подрастут, я, конечно, поставлю сюда по нескольку штучек, потому что эти все равно сейчас скоро, кто отцветет, уйдут спать, кто семена уже свои созреют. Да скоро созреют. Вот, ну, в общем, так они у меня живут. Кто просил видео, вот, пожалуйста. Все, вроде я рассказала.